Приветствую вас, Сэгол. То, что вы описываете, действительно очень похоже на, на идею навязчивых мыслей. Навязчивые мысли редко, когда приходят просто так, то есть у навязчивых мыслей всегда есть некоторые основания. Вот, и на мой взгляд, вам нужно именно вот разобраться с тем, с чем у вас лично у вас вот с чем связано ваша, ну, ваша мысль, навязчивая, вот, как бы говорить. То есть как они появляются, что это за мысль. Вот. Я не в коем случае не буду отрицать то, что сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, да, но помогает довольно часто в таких случаях, в таких вот ситуациях, помогает когнитивно-поведенческая терапия. Вот, может помочь гештальт-подход, вот, работа с установками, вот. Это вот так. То есть вам нужно серьезно в данном случае очевидно. Вам нужно серьезно просто собой заняться. Вот. Ну, то есть заняться вот именно что своими мыслями. Да, то есть почему вот вы хотите все очищать, да, например, откуда эта идея, что все вокруг вас, условно говоря, грязно. Так далее. Что будет, если вы не очиститесь и так далее. Вот. То есть вы это как-то вот все впитали. Это следствие определенных травм. Вот. И если, конечно, у вас нет физиологических показателей для этого. Вот. И я бы рекомендовал сперва поработать с психологом, посмотреть, окажетесь ли вы восприимчивы к терапии или нет. Если нет, то соответственно, тогда уже можно будет обратиться и к врачу. Вот. Тут как бы не сложно это делать, как мне кажется, не сложно. Вот то, что хотел вам сказать. Ну, в какой-то степени, вот то, что вы описывает это про то, что я какая-то нечистая, да, какая-то я плохая и так далее. То есть тут у вас такое вот отношение к себе наблюдается. И активно вы уже
пытаетесь с этим бороться. Вот. Понятно, что там, да, плюс-минус у вас это не получается, потому что как бы вы не боролись с грязью, она все равно будет. Вот. Поэтому тут, конечно, вам тяжело, я полагаю, вот. Но, повторюсь, все проистекает именно из вашей идеи, что вы грязно, с вами что-то не так, вот. А это либо некая травма, вот, либо некая установка, которую вы, ну, впитали, да, и с которыми вы просто слепо соглашаетесь сейчас, вот, никак не, там, условно, подвергая их критике, вот, а критике нужно подвергать, ну, такой здоровый, как бы, критике, да, вот, потому что в противном случае вы просто, ну, вы же, я так понимаю, никакого удовольствия сейчас от жизни вообще не получаете. Вот, вот. Это навязчивая мысль только. Вот. Ну, именно вот в контексте навязчивых мыслей, конечно, хорошо достаточно работают когнитивно-поведенческая терапия. Вот. Ну, тут нужно смотреть, кому что больше подходит. Вот. А вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать сейчас, наверное, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения своего опыта профессионального, который у меня есть. Вот. Обратите внимание, да, что довольно мало информации вы предоставили о себе. Вот, то есть как-то вот хотелось бы, наверное, ну, побольше информации, вот, чтобы вы предоставили побольше информации, чтобы было больше, ну, больше возможности вам помочь, вот. А так вы рассказали о себе совсем чуть-чуть, вот, только в самых общих чертах. И, конечно, в самых общих чертах вам и будут отвечать люди. Вот, ну, в данном случае мы психолог это ваш. Вот. Поэтому решать, конечно, вам, вот, как мне кажется, но было бы лучше, если бы вы свою историю описали бы более, ну, более подробно, скажем так. Вот. Чтобы можно было помочь вам по-настоящему. Просто чтобы можно было задать вам вопросы, чтобы можно было поисследовать. Вот. Историю
ваши узнают вообще, вот, как ваша история, ну, развивалась, да, потому что она же есть, эта история, вот. И просто вы ее не раскрываете. Вот. Ну, крайне важно, чтобы раскрыли. Вот. Крайне важно, чтобы начали уделять ей время. Вот. А? И дальше все пойдет у вас по нарастающей. В какой-то момент мне кажется, вы начали на себя забивать. Просто вот, начали уходить вот в различные психологические защиты. Вот. И в итоге просто вам оказалось очень тяжело. Но все это решается. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!